Сколько гласных букв в слове солнце? Две. Ладно, хорошо. Солнце. Что за Что? вот это вот за пауза была? Что такое? Что такое прилагательное? Нет, стоп. Что, там вопросов нет у тебя? Не Ну, нету написано? по-русскому. Ты же сказала по-русскому. Тут другие у меня вопросы. Ты же по-русскому... Значит, русский вы не вообще не, нет, да? Что? Вот задаю же русский тебе. 0,2% от 100. Это сколько? Это очень легко. Я в курсе. Это типа 0,2%. Давай потом, в конце этот вопрос будет, ладно? Хорошо, в конце. Какая птица является самой крупной? Давать несколько вариантов. Давайте. Страус, питон и синица. Питом. Отлично. Хорошо, давай следующий вопрос, чтобы не тянуть время. Как раньше называли город Москва? Ну, Москвой был, по-моему. Москва. А сейчас Москва. Ну, Москва и Москва, по-моему, Не нет? меняли? Нет. Странно. Ладно, хорошо. Какое животное спит с открытыми глазами? Сейчас скажу, я помню. Может быть, конь? Нет, нет, подождите. Рыбы вроде бы спят. В целом, это знаешь, как загадка, каких камней не бывает в море? Сухих. Да, здесь то же самое у тех животных, которых нет век. Когда была Первая мировая война? 1812. А, это нет, это не первая, это вторая. 1812 это вообще не вторая. Да, это... Это Наполеон. Да. 809-й. Ты вообще не туда, братан. Сдаешься? Да. Хорошо. Здесь отвечаешь так. Если знаешь, то отвечаешь. Не знаешь, говоришь, я не знаю. Ну, чтобы долго не тянуть. Столица Китая. Пекин. Столица Франции. Париж. Столица Англии. Не помню, блин. Великобритания. А, нет, Англия. Не помню. Хорошо. Столица Италии. Не помню. Столица Канберры. Хорошо, столица Бразилии. Рио-де-Жанейро. Столица Португалии. Не помню. Столица Республики Беларусь. Мы с ней граничим. Минск, вроде бы. Нет? Минск? Нет. Ты серьезно? Ну давай, Минск, Гомель или Брест? Гомель. Гомель, потому что ты про него что-то слышала. Ну что я там была? А, только за этого это столица. А столица России, наверное, Брянск. Потому что ты здесь живешь. Хорошо. Давай следующий вопрос. Сколько букв А в слове молоко? Ни одной. Ни одной буквы А. Ну да, молоко. Молоко. Хорошо. Что такое прилагательное? Это такое, что подчеркивается волнистой линией. Так. На самом деле это правильный ответ.